Валя, нет, я сама. Соня, сегодня у нас урок анатомии, и мы узнаем, как работают человеческие легкие. Хочешь узнать? Да. Эксперимент будешь делать сама. Смотри, для этого у нас есть бутылка разрезанная. Покажи. И нам нужен большой воздушный шар. Давай покажем, какой он большой. Вот какой он большой. Отпускай, София. Теперь, София, мы отрезаем половину от этого шара. Вот, смотри, у нас уже есть готовый. И одеваем эту половинку на бутылку снизу, там, где большое сечение. Вот так, София. Так? Да. Дальше мы берем две соломинки и два шарика поменьше, Соня. И отрезаем. И отрезаем самую верхушечку с маленьких шариков. Да. Не режется? Не режет. Давай я тебе покажу. Там не так просто. Вот так, смотри. Вот он отрезался. Видишь? И теперь эти два шарика одеваем на соломинки и скрепляем изолентой. Смотри, у нас уже есть готовые. Держи. Готовые. Вот они, смотри, какие получаются смешные. Вау. Соня, это получается у нас одно легкое и второе легкое человека. Теперь вставляем эти трубочки в пробку с дырками. Покажи пробку с дырками. Покажи поближе дырочки. Вот они, дырочки. Вставляем туда вот так, одну и вторую, снизу. И закрепляем это все пластилином, чтобы было герметично. Помни хорошенько, чтобы он был мягкий. Мягкий, он пропустит долго. Есть? И теперь вставляем эти легкие в бутылочку через горлышко. Так? Нет, в обратную сторону. Так? Да. Нужно эти легкие сдуть аккуратно и засунуть в бутылку. И проходит? Проходит немножко. Ой. Так, ты ж... Почти, да? Есть? Вот так? До конца. До конца? Да. И закручивай крышку. Есть. Закручивай. В другую сторону. Полностью хорошенько закручивай, посильнее. Смотри. Вот у нас получилась бутылка, это грудная клетка, София. А шарики внутри это легкие. А вверху две трубочки это твой нос. Теперь смотри, ты знаешь, что такое диафрагма, Соня? Да. Помнишь, мы учили? Диафрагма это то, что внизу шарик, да? Она уходит назад, вниз, Соня. Вау! Да, опускай вниз диафрагму. Видишь? Смотри. Если ты диафрагму опускаешь вниз, легкие наполняются воздухом. Потом поднимаешь ее вверх, происходит выдох. Смотри. Выдох, делай диафрагму вверх. Вверх, теперь вниз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вот так работают легкие, да? Ну что, София, тебе понравился сегодняшний эксперимент? Да! А на сегодня все. Мы будем прощаться. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока!